Берегозащитные сооружения строятся на берегу Камыш-Бурунской бухты. Работы по берегоукреплению начались в начале августа 2020 года. Решение по созданию инженерной защиты склона было принято из-за участившихся оползневых процессов. Подрядчиком строительства является фирма «Крымдорстрой». Они же выполняют строительство гидротехнических берегоукрепительных сооружений в поселке Береговое, где мы в начале июня с вами тоже снимали обзор. Протяженность участка берегоукрепления составляет 1600 метров. На этом участке уже выполнено бурение буронабивных свай, забетонирован ростверк, и сейчас идет работа по устройству подпорной стены. Также, видимо, здесь будет мощная дренажная система. Видим элементы труб коллектора большого диаметра. Снимается это все в воскресенье, поэтому не очень активно. Работы идут, но все-таки идут. Вот из интересного, внизу мы видим смесительный узел. Вот лежит геошпунт. Это шпунт Ларсена из ПВХ. Устойчив к коррозии, истиранию, трещинообразованию, перепадам температур и прочему. Подробнее про него мы в следующих обзорах поговорим, покажем все. Так, вот смесительная установка. Здесь стоят две буровые, которые осуществляют струйную цементацию грунта. На этом объекте очень много струйной цементации грунта и мест, где будет применяться геошпунт. Сегодня у нас такой ознакомительный полет, но мы в дальнейшем будем подробнее освещать эту стройку, потому что работы здесь много до 2022 года. Также видим ростверки под подпорную стену. Там везде устроены буронабивные сваи, то есть уже можете представить, какой объем буронабивных свай здесь уже выполнен и сколько еще предстоит. Вот внизу вижу еще одну установку смесительную для струйной цементации грунта. Стоит экскаватор. Да, сегодня у нас не очень удачное время выбрано для обзора, но хотя бы обзорно показать площадку вам, где какие сейчас ведутся работы. Экскаватор здесь работает, устраивает террасу на склоне. И вот там видим забор, это граница участка, где ведутся работы по строительству сооружений берегоукрепления.
переместились на участок работ в районе улиц Дайкала и Черноморская. Бульдозер планирует грунт, который образуется в результате разработки террас экскаватором. Экскаватор нарезает на склоне террасы, далее там будут устраиваться буронабивные сваи и подпорные стены. И вот он, этот участок работ. Отсюда даже хорошо видно, сколько еще предстоит пройти. Вот нам повезло застать в работе. Несмотря на воскресенье, вот здесь работают на этом участке. Здесь большой очень объем земляных работ, поэтому работа не останавливается даже в выходные. На сегодня у нас все по берегоукреплению Оршинцева. Давно вы просите меня его снять. Но я как смог снял, несмотря на выходной день, что-то показал вам. Дальше будем более подробно освещать эту стройку тоже. На этом все. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку канала и всем пока.